Они говорят, в вашем совке не было элементарных вещей. Не было прокладок, йогуртов, туалетной бумаги, бытовой техники. Но для того, чтобы появились прокладки и туалетная бумага, не нужно разваливать страну, устраивать гражданские войны и многократно грабить население. Это явно не лучший путь. Расскажи про прокладки привокзальному бомжику. Расскажи ребенку, потерявшему отца в Чечне или на Донбассе, про туалетную бумагу. А для бытовой техники у нас стояли огромные заводы в Прибалтике. Они обеспечивали магнитофонами, пылесосами и прочим весь Советский Союз. Выглядела их продукция, может быть, не так модно, но по качеству не уступала. И где сейчас та Прибалтика? И где их заводы? Да и не только в Прибалтике. В 80-х знаменитая Вега была в каждой второй квартире. Почитай, что с ней сделали эффективные собственники. Посмотри, какая сегодня в народе ностальгия по советскому времени. Я тебя уверяю, такой тоски по туалетной бумаге не было в СССР. Кровь же, пролитую за супермаркеты, не впитать никакими прокладками.